Друзья, всем привет, с вами канал Китайфак. И как и обещал ранее, сегодня проведем проверку на точность классного лазерного уровня FireCode 3D Green с зеленым лазерным лучом. Уровень действительно очень достойный. Кто не смотрел на него обзор, советую его посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Так, ну давайте начнем проверку. Проверять будем горизонтальную плоскость, прогоняя ее по точке, по всем четырем сторонам. Проверим все вертикали по уже ранее проверенному лазерному уровню. И проверим расхождение вертикалей на 90 градусов. Так, ну давайте начнем с горизонта. Здесь у меня расстояние до стены около 6 метров. Давайте поставим первую точку и посмотрим. Так, вот первая наша точка. Ставим по центру линии. И теперь поворачиваем нивелир на 90 градусов по часовой стрелке. Линия должна оставаться также в точке. Поворачиваем на 90 градусов. И смотрим также, где проходит линия. Так, вот линия проходит практически через точку, есть небольшое смещение, но это все в допустимых нормах. Погрешность этого нивелира 2,2 мм на 10 метров. Так, давайте повернем в другую сторону и посмотрим, как проходит линия. Поворачиваем еще на 90 градусов и также смотрим, где проходит линия. Вот линия также проходит через точку с минимальным отклонением. И смотрим четвертую сторону. Так, и вот, друзья, последняя сторона у нас проходит также через точку. То есть горизонт на 6 метрах у нас имеет минимальную погрешность. Она укладывается в заявленную погрешность производителем и составляет даже чуть меньшую, чем заявленная, чем 2,2 мм на 10 метров. То есть, друзья, горизонт абсолютно точен. Давайте теперь проверим вертикали. Вертикали будем проверять по уже ранее проверенному лазерному уровню FireCode F112 Green. Его проверку можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Давайте включим и сравним их вертикали. Так, выберем только одну вертикаль. Так, и у FireCode 3D выберем 4 вертикали. Так, друзья, вот первая вертикаль. Линии идут абсолютно параллельно друг другу. Я их даже сводить не буду, потому что и так видно, что они абсолютно параллельно друг другу идут. Так, давайте посмотрим вторую вертикаль. Вторая вертикаль также идеально идет параллельно вертикали FireCode F112 Green. Давайте посмотрим третью вертикаль. Третья вертикаль, друзья, аналогично первым двум. Идет абсолютно параллельно. Ну и давайте посмотрим последнюю, четвертую вертикаль. И четвертая вертикаль идет также абсолютно параллельно вертикали F112 Green. В общем, друзья, никаких сомнений нет. Все четыре вертикали абсолютно точные, что не может не радовать. Так, ну давайте проведем последнюю проверку и проверим угол 90 градусов между вертикалями. Так, друзья, угол 90 градусов будем проверять следующим образом. Для проверки возьмем три точки, заранее отмеченных на листочках. Вот здесь маленькая точка, это будет пересечение вертикалей, то есть отвес. И уже вокруг этой точки будем прогонять все сектора. То есть включаем две вертикали, наводим на точку. Не знаю, видно вам или нет. Линия, потому что очень яркая здесь в пересечении, и точки практически не видно. И отмечаем две точки в других местах. Метра через два, через три, у кого как позволяет комната. Подкладываем листочки с ранее отмеченными точками. Одну сторону и вторую сторону. Так, вот наш первый сектор размечен. Сейчас будем поворачивать нивелир на 90 градусов и совмещать точку отвеса и две остальные точки. По идее, линии должны проходить через все эти три точки, если угол 90 градусов соблюден. Ну, давайте посмотрим первый сектор. То есть поворачиваем нивелир, наводим перекрестием на точку отвеса и сводим остальные две точки по двум краям. Так, ну вроде вот как я навел. Давайте посмотрим вторую точку. Эта точка лежит у нас в линии. И вторая точка проходит практически через линию. Ну, есть, конечно, какое-то смещение миллиметровое. Так, давайте посмотрим другой сектор. Также наводим точку отвеса и совмещаем две остальные точки. Так, вот линия лежит в точке. И вторая сторона практически также проходит через точку. Также с каким-то минимальным смещением. Так, смотрим следующий сектор. Так, вот я настроил, давайте посмотрим. Линия идет через точку. И вторая линия идет практически также через точку. Так, друзья, вот мы проверили все сектора. Есть небольшие отклонения, но они в допустимых нормах. Поэтому нивелир мало того, что очень качественный, классно собранный, имеет отличные LD лазерные модули, так он еще и абсолютно точный. Поэтому, друзья, кто заинтересован в приобретении лазерного 3D уровня зеленым лучом, то смело берите эту модель, не пожалеете. Ссылку на продавца оставлю, как всегда, под видео. Также обязательно смотрите его обзор. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал,
Скоро доберусь до его настройки, поэтому не забывайте жать на звоночек, чтобы не пропустить новые видео. Всем добра, пока-пока!